Всем доброго времени суток. Сегодня у нас уже час дня. Апрель месяц. Находимся на юге Беларуси. В Припятском полесье. Вот сегодня у нас сильное тепло. Солнце светит. И вышли пчелы на облет. Особо бегать тут не буду, то что по земле много пчел ходит. Это у нас вот баксфасты. Вот пчела, это баксфаст. Вон она. Баксфаст. Крупные такие пчелки желтые. Полетела. Села на очки. В этой семейке облет хороший, в этой желтом улье, покуда не видно, не вылазит. Там вон дальним фиолетовым тоже много пчел вышло. Там уже они летают где-то 2 часа. И синий. Короче, сегодня все улья походу облетятся у нас. Пройду аккуратненько. Поглядим. Здесь вроде не сидят. Эта вот семейка слабовата, но тоже пошла уже на облет. Здесь нормально так пчел. Эта семья сильная. Здесь у нас 9 рамок на зиму шло. Здесь 8. Эта семья пропала. Вот где 8. Слабо что-то, не видно, не вылазит сильно, чтоб так. Посмотрим, что облетится. Сейчас поеду я по делам в соседний городок. Так что особо не прогляжу, что где летает. Это вот семья нормально. Ну, тут слабо летает что-то. Есть пчелы ранние, что пораньше начинают летать, а есть что попозже, так вот. Но раньше это уже повылазили. Здесь много пчел, и там много. Я здесь вот теньком под забором пройду, где они не сидят. Посмотрим. Вот эта вот семейка тоже облетывается хорошо. Вот и такие пчелки у нас. Резкости нема. О. Так вот видно, светленькие. О, уже обножку понесли. Обножкой залезла. Вот. Вчера целый день дождь лил. И ночь, и день, и ночь. Короче, 2 ночи и целый день дождь шел. А сегодня у нас сильное солнце. И пчелы уже обножку понесли. Буквально первое тепло пошло нормально. И уже обножка. О. Уже пошла первая обножка, будут пчелы развиваться. Здесь аккуратненько пройду, глянем еще в одном улье. Вот этот улей самый рано начал летать у нас. Еще на первых съемках он уже летал, еще холодно было.
Даже вон какая-то обложка и оранжевая. И оранжевая, и желтая. Эти оранжевые носят, все желтые. Наверное, орех, лещина. Еще чего не знаю сейчас там. Может первоцветы какие. Короче, обножка пошла. Пойдет уже и расплод хорошо. Передают тепло. Уже до 20, до 18 градусов. Так что будет пчел и развиваться. Всем, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи, до свидания.